Добрий вечір, шановне господарство. Ми раді знову зустрітися з вами у телі кав'ярні «Вечірній Вітебск». Всім добрий вечір, вітаю тебе, Сержук, і ти знову побач я зі мною. Я знову побач з тобою. Що це значить? Це значить, що у нас сьогодні у гостях фольклорний гурт «Варган» з славутого міста Полоцька. Але ж ще у нас є гості. Це Вольга Ємельянчик, непосередньо керівник цього фольклорного гурта «Варган». Ганна Лутова, солістка гурта «Варган». І Сержук Довгуш, ось один такий сидить. Хлопчик, пригожий соліст Білдержфілармонії, соліст гурта «Вури» і керівник співного сходу. Короче, ну, шмат чим займається. Ось, добрий вечір вам усім. Добрий, добрий. Дякую, що знайшли час. До нас приїхав Сержук, уже тут кам'ячить у руках нейку плитку. Так, а непосредственно с этой нагоды мы сегодня и собрались, потому что презентуете вы у Витебску такие проекты, как «Весельные песни и наигрыши вёски Лявонполь и Еновоколью». Так, так. Ну, я думаю, подробязнее мы потом спынемся. Олеж, коли уже завитал гурт «Варган» до нас, то, коли ласка, Вольга, расповедите про ваш гурт, чем вы зараз живете, чем занимаетесь и что спеваете. Гурт «Варган» був створений на базі Полоцького державного університету. І першопочатково у склад гурта уваходили студенти-гісторики, яким я непосередньо викладаю. Це люди, які були зацікавлені у захованні, вивученні, адрадженні традиційної співної культури. І ми займаємося тим, що спробуємо перейняти автентичну манеру виконання. Ми співаємо пісні з різних регіонів Білорусі, співаємо і Подвіння, і Полесся, і Подняпров'я. І кілька років тому у нас з'явилася інструментальна група, яка так само почала вивчати музикальну, інструментальну традицію Білорусі. І ми не так давно, пару років тому, почали ладити танці. І ось Ганна Лутова у нас проводить майстер-класи по білоруських традиційних танцях. Ганна відказана за танці. Так, так. І що танці у нас не було ще тут, так? Ну, були танці, але ну, з Ганни ще не було. Танці не було. Я думаю, зараз не будемо вже просити продемонструвати які рухи. Ганна, розповідайте, як ви трапили у цей гурт «Варган» і скільки вже год? Я у гурті, ну, амаль що з самого початку, десь там, ну, на першому році існування, от тобі
прийшла. Я була студенткою Ольги Антоновною, студенткою гісториком. Все ж цього марила співати. Треба добрі відзнаки. Ну ні, все зрозуміло. Ну що зразу так. Ну все ж цього хотіла співати, ніколи тому не вчилася, ніякої музичної едукації не маю. Ось почула, що є такий гурт, що ведеться такий вольний набор, що можна просто прийти, поспробувати себе. Прийшла, поспробувала, ось уже кольки, 5 років ніде я в органі. Ось і вже годи там, ну, скільки, а коля вже 2 роки вже мені десь так почали танчити. Ну, ідея була у нас у одної з наших музикантів, у Ольги. І вона сказала, хочу грати. Я сказала, хочу танчити. Ну, ніяк так наші інтереси сутикнулися, да. Ну і почала я займатися цим вивченням. Там, ну, спочатку просто по ніяких майстер-класах каталася, потім вже по бабулях. Каталася де? По Білорусі, по майстер-класах, по, ну, Тобто своїх відео, ну, ніяких таких не було, що на початку не було. На початку я просто, ну, гляділа, назирала за тими, хто вже гэта робіць, хто вже тим займається не перший год. Я гляділа, слухала. Я ж то вчила, потім поїхала до своєї бабулі, думаю, ну, треба ніяк починати зі своїх коренів. І висвітлилося, що моя бабуля ведає там коля 20 танців наших місцевих, ось там з-під Полоцьку вёска. Думаю, ну треба нічого робити, чому б ні? І ось, да, і я почала ті полоцькі танці, потім, ну, все це вже крутиться. Я вже танцю вельми шмат ведаю варіантів там одних і тих танців. Уже самі навіть можете їхати з майстер-класами, уже, так? Ну, я не собі майстром не лішу, я просто, ось, мені показали, я як запомнила, так показую людям. Я якби не позиціоную себе як майстра там ці знавця, я не стільки шмат год гетим займаюся. Ось, тому якби не те, що майстер-класи, ми проводимо танці, ми показуємо людям, як ми вміємо танчити, як нам бабулі нас вчили, ну і ніяк стараємося показати, розказати ніякі такі моменти, особливості білоруського танцю. Там, що ми показуємо вже не тільки білоруські, вже танці там, європейські, ніякі такі подобенства. Поширається все. Уже, да, уже у нас вже не тільки Білорусь, там вже Україна, Росія, Польща, Франція вже трошки пішли туди, на Європу. Ось. Ну, я сподіваюся, що будемо і далі. Тому що танцю, як, ну, висвітляється, все, чим більше ти займаєшся, тим більше їх знаходять. Да, і більше варіантів одних і тих же танців. Вони, правда, вже починають у голові блитатися, але це, може, так само і плюс, який є. Ну так. Сержук, скажи, калі ласка, ти ось на презентацію привез з собою так само гурт Варган. Чому не Вурий, наприклад? Чому Варган? По-перше, що послідовники ось архаїчної такої манери співу менавіту Варган. Я бачу, що це вельми добре. Зараз активно виконуються гэта пісні. Серце радується. Це послідовники лявонпольського весілля. Ось ці пісні найгірше гучать. Саправды, вони, не глядячи на те, що бытце бы уже згучать у теперішнім часі, але заховується ось там манера, справжня традиція заховується. Вурий займається іншими справами зараз. Ось, до речі, трапили нарешті до нас у студію ті, хто займається архаїкою, да, тому що коли заходить говорка про фольклор, звичайно, у нас у студії ніякі гурти чи виконавці, які займаються стилізацією, новими аранжировками, та ще і релікт, і переіначування пісень. І Сержук, да, переіначуванням, тому що здіхна пісні. Ось, до речі, тому що уже котрий раз я кажу про те, що етнографи і ті, хто займається архаїкою, вельми негативно ставляться до стилізації. Ось, нарешті, є нос архаїчних пісень. Ось скажіть, чому ж ви так не любите стилізованих? Чи це вас не тичиться? Ну, звісно, це нас не тичиться. Звісно, всі негативу жанри нема. І стилі музики мають право на існування. Просто ми обрали свій шлях. І традиційна музична спадщина – це бездонна криниця. Як Ганна казала про танці, що ось, чим більше їх вивчаєш, чим більше поглибляєшся, відкриваються все нові і нові далягляди, так можна сказати, і про вокальну музику, тому що чим більше співаєш, тим більше відкривається таємниць. І це культура, яка формувалася тисячогоддями. Треба сказати, що сучасна, наприклад, академічна музика, класична музика – це музика європейська, музика, яка формувалася, скажімо так, вона була призначена для виконання для представників вищого сословия. І вона налічує там, ну, максимум там 300-400, може бути, год. А традиційні співи, які виконувалися на вёсцы, гэта музыка, якая гучала на гэтай землі,
многие стагодзі, і я не боюсь сказаць тысячагоддзі, таму што арэалы традыцыйных напеваў, яны накладаюцца на арэалы распаўсюджання археалагічных культур. І я заўсёды кажу, што калі вы хочаце пачуць, як гучалі, напрыклад, радзімічы, так, то вам трэба ехаць на пасожжы і слухаць выканаўцаў з вёсак там Сталбун, Янова, іншыя. Калі мы хочам пачуць, як гучалі старажытныя крывічы, то трэба слухаць пазерскую музыку. Ну, перш за ўсё, это музыка абрадавая, музыка календарных абрадаў. Ну, а вось выкананне музыкі з ваколіц вёскі Лявонпаль дазволіла нам так дакрануцца, прытуліцца да заходняй паазерскай традыцыі, вельмі цікавай, такой вельмі сваёй асаблівай. Давайте адразу акрэслім, Лявонпаль гэта Мёршчына? Мёршчына, да, Мёршчына. Да, Мёршчына. Угу. Ось варган менавіта, хто не як варган павінен выконваць гэту музыку. Ну, вось глядзіце, архаічныя песні, этнаграфічныя таварыствы, гурт варган. Нейкі плён гэта дае, скажам, гэта ідзе ў народ зараз ці не? Вось гэтыя архаічныя песні выкарыстоўваюцца яны, напрыклад, на вяселлях? Ці не? Ну, я скажу так, што безумоўна... Ганна, сядзіце так, не. Ёсць жанры, скажам, папулярныя, поп-музыка, якая падабаецца ўсім, якая можа гучаць фонам. Ёсць музыка на аматара, не кожны будзе слухаць джаз, там, не кожны пойдзе і адслухае там сімфанічную нейкую музыку, канцэрт. Гэта датычыць таксама і традыцыйнай музыкі, аўтэнтычнай, в аўтэнтычнай стылістыцы. Вогуле гэтая музыка, яна ад самога пачатку яна не была прызначана для сцэны. Гэта музыка для выканання. Таму што даўней, гэта мы зараз кажам, вот у нашай сучаснай культуры ёсць паняцце я спяваю альбо я не спяваю, кажа чалавек. А тады такога не было, тады спявалі ўсе. Чалавек ад самога нараджэння ён апынаўся ў такой прасторы, якая гучала, звінела ўвесь час, як успамінае там мая мама, бабуля кажуць, што ўвечары на вёсцы прастора звініць. Людзі выходзяць, там сідаюць па лаўках, пачынаюць спяваць. І абрады, кожны этап календарнага кола быў падгучаны, да, кожную пару года гучала свая музыка. І чалавек з дзяцінства пагружаўся, далучаўся, і гэта музыка яна прызначана да непасрэднага выканання. Магчыма, што яе от проста так слухаць, і ніхто асабліва і не слухаў. Ну а калі вяселле, да, вось мы сёння будзе гаворка ісці больш пра вяселле. Ну, напрыклад, я разумею, асцярожна. Ваню ўжо так проста надакучылі гэтае пытанне наконт вяселля, усе яго жадаюць ажаніць. Я вось. Уже нават плейліст составіў для свайго вяселля. Для вяселля. Таму, ну, сёння на прыкладзе Вані, выбачай, дружа. Зараз існуюць такія замовы, скажам, тэлефануюць вам і скажуць, вось мы ладзім вяселле. Вось, ну, напрыклад, Ваня ладзіць вяселле. Ён тэлефануе і кажа, Вольга, ці можаце вы прыехаць і вось на вяселле, на нашым вось зладзіць усё адносна з гэтымі традыцыямі, з тымі ж танцамі, з тымі ж песнямі старадаўнімі? Ну, я вам скажу, у нас ёсць... У стылі дэпешмод. Ён зноў стылізацыю лезе. У нас ёсць такі вопыт, і, безумоўна, патроху ў людзей будзецца цікавасць да традыцыйнай культуры. І фальклорны гурт «Варган» прадстаўляў неаднойчы вясельную праграму ў музеі традыцыйнага ручнога ткацтва беларускага паазер'я. І былі выпадкі, калі людзі замаўлялі, яны хацелі, каб на іх вяселлі прагучалі традыцыйныя песні, прымеркаваныя да канкрэтных этапаў вяселля. Больш таго, паколькі традыцыйная музыка стала часткай нашага жыцця неад'емна, то удзельнікі фальклорнага гурта «Варган», які вступаюць у шлюб, абавязкова слухаюць традыцыйныя песні. Бук, зараз гэта умова такая. Прыходзіш у гурт «Варган», калі ты малады, да? Калі ты збіраешся ажаніцца, то бок вяселля сучаснага ў цябе не будзе ўжо дакладна, будзе толькі вяселле з гуртом «Варган». І спалучаецца. Адны у нас заснавальнікі гурта «Варган», ёсць такая пара ў нас вельмі прыгожая зараз. Вось Алексей Коц, это наш археолог, працуе, выкладае ў універсітэце. Варвара Коц, таксама наша выпускніца, і калі яны гралі вяселле, яны захацелі зрабіць паазерскае вяселле. Бо карані Алексея з Глыбочыны, Варвара карані мае на Шуміленшчыне, і мы спецыяльна складалі сценар, шукалі інфармацыю, як даўней адбывалася, распытывалі сям'ю,
там, что бабуля вспомнить. И у их веселья отбылося цалком по традиционным сценарии. Вельми прихожа, и танцы были традиционные, спевы гучали. Вот только тамада сучасная. И все неяк не ладилось. Ну, видите, цікавое зробило назирание, что батьки с великой симпатией, с великим разумением, да, отнеслись до такой инициативы молодых, подтримали их, але коли были танцы, то старейшее поколение сидело так и глядело, сумовало. А, сумовали. Потому что поколение, народженное уже там 50-е годы, это уже для них это уже трошку незразумело. Диковато тогда вы. Яны Ганна, привыкли вы до этих еще танцев. Не обрались шлюбом? Не. Коли будете избираться, то вы так само, да, у вас будет, я так разумею, традиционных? Это уже мы будем... Як муж скажет. Як да, муж скажет. А что значит «да, Ваня»? Я навод разгубился, Ваня. Не, ну я больше, саправды, навод за сучасность, ну не ведаю. Ну мне бы хотелось, как коли... для сябров можно, да, там другий день. А для сябров так, уже навод можно другий, третий день. Другий день. А я скажу докладно, это повинно быть на каждое веселье. Вот это традиция, которую треба гублять, и саправды навод один номер там, один некий. Ну хотя бы частка. Так, частка не обов'язково все веселье у традиции, так, але я кажу, это десь в глибині відгукається. Я, ну, веселье шмат було, де я виступав, де я бачив, і де були традиційні обряди відбувалися. Все равно это отгукается у людей, у мясцовых людей за все это отгукается. Коли позерское веселье робить на позере, так само дети памятуют, да, с детинства бабулечки спевали эти песни. А вот у какой части вечера лепш заробить вот гэты национальный номер? У початку, у середине, идти уже напрыканцы, а после лепса, аллегровой, не, по-перше, что все подкреслить. Не треба за это робить шоу. Вот его плейлист на веселье, разумеется. Робить шоу, и по-другое, что вельми добро выходить в сучасное веселье, да, там есть некие такие час, коли танцы, можно, ну, танцы вести некалькі танцев таких традиційних, а ну основна частка може бути такими. Але ось сам обряд, зустрікання молодих, це все йде оттуль. Ось зараз це апопсілі зробили, ну немає тої сакральності, яка була раніше. Але ось коли це зробити саправди обопираючись, це буде ще, ну, ще більш кранально. Добра. Нам все скончили с планированием моего веселья. Нам треба... Не, это оно еще протягнется. У наступных выпусков. Добра. Дякую, Ольга, дякую, Ганна. Мы с вами развитываемся, как с гостями, да? Але зараз мы послухаем еще раз гурт Варган. И не одной же сегодня. И потом нас чекают еще гости. Гурт Варган.
Вось такий цудовний гурт «Варган» протягує нас радувати сьогодні ввечері. А у нас з'явилися гості. Це Алена Масла, письменниця, казачниця, і яка має непосреднє дочинення до створення цього проєкту «Лявон з польське веселля». Так, Сержук? Так. Я не сказав. Були презентації, так. І, справді, у Мілашова були презентації, у Лявонполі, і ось, звісно, подарунок Алені. Алена, ну я розумію гурт «Варган». Вони співають, вони грають. Як ви причинилися до цієї справи? До ось цього веселля? Справа у тим, що дівоси ж живуть на світі, правда? І оказується, що справді до цього диска я, як і усі мілашовці, маю саме непосреднє дочинення. Тут написано «Лявомпольський найграш», да? І в околиці. Таким чином Мілашова опинулася в околицях Лявомполя, ну нехай собі так. Мимёрщина так само Мілашова. Мілашова, до речі, у мене є проєкт, такий «Мілашовське-Мілашовське читання» називається. Це фольварок, який заснували Мілаші. Це свояки Нобелівського лауреата Чеслава Мілаша, і дід заснував фольварок этот Оскара Мілаша, французького поета-містика. Ось, і ми у межах Мёрщини. А саме головне, що молода була з Лявомполя, а молодий з Мілашової, таким чином ми ось свояки по диску опинулися. Мало того, моя мама була на гэтым вяселлі. На вось гэтым самым вяселлі. На гэтым самым вяселлі. На фотаздымку нават тут можна пабачыць. І маладая, спадарня Яўгенія Шадурская. Калі б я ведаў, на якім фотаздымку. Трэба дастаць фотаздымкі. А ці ёсць? А, вось гэта. Вось фотаздымак. Вось там і мама ёсць мая таксама. Это спадарня Яўгенія Шадурская, маладая. Яны лепшыя сяброкі былі. І нейкі час, прыехаўшы настаўнічаць у Мілашовскую школу, а мама у Мілашова выйшла замуж таксама. Папа мой, тата Мілашовец. І яны сябравалі. І тады маладая Яўгенія кватаравала у нас, у нашай хаце. Таким чином вот так усё сплялося. І там натуральна было. Сержуком мы ўжо досыць давно знаёмыя. І ён натуральна ведаў гэтую гісторыю. І калі стало питання про те, що треба ладити презентацію, натурально, ну де, як не ну, у Лявомполі, ще, да? і як не у Мілашові. І диск вийшов, а у нас було весілля. Дачку ми видавали замуж, і ось неяк усе такі, ведаєте, перед святочним. Вашу это, дачку. Мою дачку видавали замуж, так. Слухай, і літо, і ми все думали, коли так зладити презентацію, як поїхати, треба ж весіллям займатися. І поглядзелі, што якраз праз тыдзень пасля вяселля атрымліваецца найцудоўнейшым чынам. А паколькі ў нас вяселле было традыцыйнае, дарэчы, і вяла яго этнограф Ларыса Мятлеўская, і спявала ў нас Юлія Літвінова, якраз такі ў нас былі аўтэнтычныя спевы. Ну, а я Усё вяселле аўтэнтычныя спевы. Быў у нас пасля плейліст некі такі мудрагелісты, малады, каторы самі падбіралі. Ну, вось той, што Ваня прапануе Алеграву, Лепса. Не, гэтага у нас неяк зусім не слухалася. У нас нешта было зусім іншае, да. Але у нас шмат было менавіта аўтэнтычнага. Мы, пачынаючы з таго, што мы замаўлялі куфар у Сержука Каліновскага, ёсць такі адметны майстра ў Мінску. Мы замаўлялі каравай, у стоўбцы ездзілі да майстрыкі, на якім было 100 фігурак. Ось гэта было настолькі прыгожа. Маладую і маладога садзілі на кажух. Ось маладую выкуплялі, пасля была вот традыцыйнае адорванне, так як яно належыць быць. І ведаеце, мы, канешне, што яно неяк адрозніваецца тут. Гэта не тамада, які падыходзяць усе, да, у нас тамады. Ведаеце, што мы ўжо у нас не было тамады, у нас вяла вось гэта свацця, этнограф Ларыса Мятлеўская. Раскажыце нам хоць адзін нейкі абрад такі, ну, напрыклад, вось як адорваюць. Каб можа, ну, хоць масы. А я раскажу, які метад падабаўся. Не трэба мяне ніякуль адрываць. Не, ну мы ўжо сказалі, што на прыкладзе Вані будзем сёння. Ну, то явіце сабе каравай вясельны, на каторым 100 фігурак. Там і медзвядзі, і гусі, і буслы, і сват са свацем, і малады з маладою. І гэта ўсё згодна рангу. Там бабуля з дзядулям, гэта медзвядзі. Вот ім трэба, яны адорваюць маладых, ім наразаецца каравай, з медзвядзямі аддаецца. Вось такім чынам. І каравай, гэта вельмі такая сакральная рэч. Яго фігуркі з каравая захоўваюць. А каравай гэта ўжо тым, хто адарыў, ім даецца кавалак пажадання. Не як зараз, да, ўжо торт напрыканцы, калі ўжо не лезе, да, тады ўжо пачынаецца. У нас быў торт напрыканцы насамрэч, таксама. Але вось гэта частка традыцыйная была. І самае
У чем полягал наш экстрим? У нас жених из Москвы, и гостей полова было из Москвы. А он ведал? Куда он ведал? Мы его уже, так трошку пошкодовали, загадзя попередзілі, але разумныя людзі, яны ведаюць, яны ўспрымаюць як бы іншую культуру. І ўсё адно я як ініцыятар гэтай задумкі, мне хацелася дачку аддаць, як это скажам, на чужыну, да, са сваімі песнямі, са сваімі звычкамі, каб яна запомніла вельмі яскраво, каб з імі быў гэты голас нашай зямлі. І ведаеце, паколькі яна мастачка, з ейнага боку былі запрошаныя сябры моладзь, гэта мастакі, гэта праграмісты, то есть творчая інтэлектуальная моладзь. І з таго боку таксама там моладзь прыехала, яны камп'ютаршчыкі, яны энергетыкі, то бок адукаваны, ведаюць па некалькі моваў. Штосьці яны, відаць, не разумелі, але вяселле было па-беларуску, але яны вельмі хораша ўспрымалі. Ну, мы так рассадзілі за сталамі людзей, каб былі, значыць, хлопцы, каторыя не жанатыя, з дзяўчатамі, каторыя не замужнія яшчэ, каб то бок у нас адразу была створана кампанія тлумачоў. Каб яшчэ каго-небудзь у Москву пераправіць. Так яно, там у нас уже як мінімум адна пара склалася. Вось. А самае цікавае, што Светка жаніха, ён вывучыў да выкупу словы. Дзяўчаты нашыя беларускія так пастараліся. А ён, Светка, зразумела, ён з Москвы. З Москвы, ён москвіч. І ён па-беларуску дапамагаў выкупляць нашую невесту. Таму, ведаеце, не было вось гэтага, як сказаць, таго, яны ўсе былі ўражаны, не гледзячы на тое, што яны як бы, ну, даволі шмат ім было незразумела, вот з лексікі, скажам. Ну, але ж ідзе сам працэс, гэта ж гульня такая. Да, нешта яны пыталіся, нешта яны кемілі на месцы. Яны былі ўражаны вот гэтай карцінкай самой. А ў нас яшчэ было на вольным паветры, быў дукоры, маёнтку дукора. Мы спраўлялі вяселля. І вось гэта візуальна, яны былі проста надзвычай ўражаны тым, што яны бачылі. І вынас куфра, і вось гэта караваю, тры паверхі з гэтымі ста фігуркамі, і аўтэнтычныя спевы. Гэта сапраўды было незабывальна. Бо прыехаў зяцёк, да? Ну, зяць ужо адразу зразумеў, хто ў сям'і галоўны, да? Цешча. Зразумеў. А яшчэ цікава... Я не прэтэндую на галоўны, барані бог, нехай зяць будзе. Куды пасля вось такіх свят у нацыянальным стылі можна паехаць, напрыклад, у вясельнае падарожжа? Па Беларусі табе мала? Ой, вам, дык вось далей другая... А, гэта яшчэ не ўсё. Гэта яшчэ давайте, не ўсё. Пачакайце, давайте... Гэта датычыць дыска ўжо, хлопцы, таму я да дыска вяртаюся. Справа ў тым, што паколькі наш малады з Москвы, а маладая яшчэ вучыцца тут, да, то ў іх вяселле было такое, яна мастачка і удзельнічала, здымала разам з кінагрупай, удзельнічала ў кінапраекце «Неруш». І вось там, дзе была прэзентацыя дыску, была адна з лакацый «Хатку ведзьмы». І вось яна туды, это такое вясельнае падарожжа было. Яны паехалі, малады муж ужо дапамагаў ладзіць это месца на лакацыю. Вось. А запланавана прэзентацыя дыска, пра якую мы кажам. І я запрашаю людзей на прэзентацыю, а свацця наша Ларыса Мятлеўская і кажа, я гэтага не знала, кажа, ой, як усё складаецца хораша. Гэта ж праз тыдзень адбываюцца пярэзвы. Пярэзвы, я зараз патлумачу тым, хто не ведае. Ёсць вось запоены, калі маладую сватаюць, прапіваюць. Да. Будзем казаць, усё я так як яно ёсць. Само непасрэдна вяселле, якое даўней, у тым ліку і гэта вяселле, гулялі тыдзень. Спачатку у маладой, тады у маладога. А пасля пярэзвы. Пярэзвы – это апошні дзень вот гэтага вясельнага цыкла, калі ўжо запрашаюць не ўсіх, хто быў на вяселле, а самых блізкіх. Самых стойкіх. Сваты, бабулі, дзядулі, ну нейкіх, хросныя і самыя блізкія сябры. І мне Ларыса, калі гэта сказала, просто была ўражана надзвычай гэтым фактам, таму што атрымалася, што ў нашым, вот як быццам мы рабілі ўсё, я атрымала сабе як бы звыш аднекуль, вот... Значку, што рабілі ўсё як належыць, разумееце, таму што ну каб яшчэ і пярэзвы справіць. Усё склалася так. Усё склалася так. І вось прыехаў цудоўны гурт «Варган», прыехаў Сяржук Доўгушаў. Юля Літвінава Юля Літвінава была, которая спявала на
веселье. И у Мілашові, это Мілашовський Доцкий, костел Мати Божої Шкаплерни была первая частка презентации весельного диска. Там фантастично просто ксьон Славик у нас, вот, який вельми чуйно адгукнувся на эту пропановую навіть у костелі злаять. Ну, чому у костелі? Народу шмат прийшло. Парафія такая, что она раскиданная по розных вёсках далеких. И это было важно людям показать. А на другой частце уже пярэзву было. Наш дядуля у себе на подворку у пуні, уражаный планерами приезжала унучка Кристина наша с сябровками на планеры, и у пуні сушили свои працы. Так он за год адрамонтовал пуню, то есть Сержук бачу, там подлога насланая, зроблены другі поверх галерея, стены зроблены, и мы там открыли мастацкую галерею пуня. И выставлялись працы як Кристины, так и столичная мастачка Оксана Ракчева, с якой мы сябруем, она привезла свои працы. Было просто невероятно прыгожа. Вось, я буду сказать, вось, самое цікавое, что... Почекай, Сержук, почекай. Стрели я дзвиню. А, вот. Да. Почекайте, мы до этого вернемся, потому что у нас тут такая культурная подея, да, отбывается, а лишь у Витебска так само есть еще культурные подеи, тому спочатку афиша, а потом вернемся до нашей размовы. Афиша. Кинотеатр «Мир» представляет фантастический триллер «Прибытие». Неожиданное появление НЛО в разных точках планеты повергает мир в трепет. Намерения пришельцев не ясны. Вооруженные силы всего мира приведены в полную боевую готовность. Правительство обращается за помощью к лингвисту Луизи Бэнкс и физику Яну Доннелли, чтобы предотвратить глобальную катастрофу и найти общий язык с пришельцами. Начало показа в 14:50 и 19:10. Витебская областная филармония приглашает на цирковую сказку с дрессированными животными «Кошачий патруль» от Московского театра Новожиловых. Котенок по кличке Том получает известие о беде от жителей таинственной планеты. Маленький герой отправится в путешествие, чтобы спасти новых друзей. В программе участвуют королевские пудели, 10-метровый питон, ручные голуби, кролик и шиншилла. Начало в 18:00. Национальный академический драматический театр имени Якуба Колоса представляет психологический детектив «Кошки-мышки» в постановке Юрия Лизингевича по пьесе Александра Марданя. Что произойдет, если на закате жизни двух сестер вдруг проявятся тайны прошлого? Излечило ли время от боли предательства? Ответы на эти вопросы ждут зрителей в пьесе, названной автором «Скандалом без антракта». Начало спектакля в 19:00. Вот такие культурные подеи отбываются в нашем городе, а мы вертаемся до наших суразмовцев. Самое вось... цикавое. Сержук, да, то, что сказал, он рвется просто. Цикаво, что заявился коловая лира, такие дивные инструменты со мной. А самое цикавое, что на этом самом веселье, на презентации веселья, мы встретились с этой самой молодой. Евгенией Шадурской. И она была настолько уражена, казала, что вы мне снова вернули мою молодость. Молодость, да, вернули. Расповеди, Сержук, или ласка, что вот на этом диску может пошуть слухать? Конечно, одразу хочется узгадать самого важного человека, дякуючи якому мы тримаем в руках эту плиту. Это каштовный материал. Это Сергей Понизик, наш поэт. И он назбирал эти записи. И он же назбирал их, конечно. Он записывал, он был на этом веселье и литерально вот так вот со своим магнитофоном и записал это веселье, которое вошло сюда на плиту, как оно было. И на самой плите позначено все, ось, назвы песен, текст Татьяна Беркович подрихтовала, где, коли гучить, какая песня. Вот эта песня спевается для молодого, это для молодой. А вот это блок инструментальный, и он так и был записан на веселье. Ось, это марш до молодых, весь вальс. А то, что тут навод есть переклад на ангельскую мову. Так само. Это как женихи за мяжи могли так само нечто разуметь. Так, послухали, выучили материал и сделали веселье вот таким стилем. The sun sets behind the woods. Неплохо. Так. Ну, я думаю, что диск это добро, але коли з'явився такий инструмент у руках у Сержука, и он не повинен молчать. Ну, я... Расповеди, вот... исховал. Так, ну, я, конечно, выконую не с плиты, вот гурт Варган выконывал менавіта той самой песни с плиты, и это наигрыши, которые выконывала капелла, там был гармоник, кларнет, бубен, и они есть на плите, вот Варган это выконывали. Я выконую песню так само с Поозер'я, весельная, и спевали до молодого звертающегося. Ихал Иванька
со двора. Ну и, конечно, кого выдавали. Это снова по праванню, да, песня будет? Может. Тут можно и про Сержука. Ехал наш Сержук со двора. Фу, давайте кого про выдавали? Сержука. Нечто изменим уже. Ехал Иванька со двора, пускал сокола за рукава. Не ляти, сокол, где не ждут, а ляти, сокол, где нас ждут. Там тебе волечку отдадут, там тебе волечку отдадут. За белорученьку выведут, за белорученьку выведут. И ляванечки посадют, и ляванечки посадют. А ты, Ванечка, бережи, а ты, Ванечка, бережи. То над коснички украдут, то над коснички украдут. С тебе выкупа, дай возьмут, с тебе выкупа, дай возьмут. Вот так. Такая коротенький, коротенький вариант. Ну, вовле народные песни в основном короткие. Не по-разному. Ну, на гэты самый мотив можно было почуть и до сватого звертания, и до молодой. Частей за все заховывался один мотив такий, региональный. Ну, гучание у Лиры некое невеселое. Ось, як бы цим не у шлюп, а у апошний шлях проводить. Ось такое нечто монотонное. Не, по-перше, что Лира Холова, это такой инструмент, кажу, что на веселье. Ну, мне так здається, я мог гучать этот инструмент, але с большего это инструмент лирников, таких вандровных лирников, и в угле инструмент, под які виконувалися балады, спевали. Ось там зрозуміло. Ось я кажу, что на веселье больше протяглые философские песни. Мы просто не привыкли. Да, треба трошки перестроїти Лепса на традиційне веселье. Все, Лепса забыли. Все, нема Лепса тут. Його навіть не існує у Богу. Бачите, як Лера уздейничає за 3 хвилини. Да. Ну, а коли у нас уже є у студії письменниця-казашниця, да? У нас же є так само і казки. Я думаю, що треба звернути нашу увагу ще на те, що коли ми кажемо про вогулі білоруську культуру, то треба починати гэта з дзяцінства. Так? Ось Сержук, наприклад, я веду, на спевних сходах ёсць, так, для дзяцей песні? Ёсць, конечно. Ёсць. Я хочу звернути увагу ось на гэтую книжку, якую нават трымаю зараз у своїх руках. Ваня вельмі радаваўся, калі ён... Ну, конечно, мяне зовут Лахмеска. Гэта ж про майго сябра, казка. Отпомстив за ўсё зараз. Гэта дзяўчынка, Лахмеска. А, дзяўчынка. Дзяўчынка, Лахмеска. Бачце, яны былі так падобны. Там ёсць хлопчык, але яго зовуць Аполлонік Аполлон таму. Ну, Аполлон, гэта не про нас. Не про нас. Не про нас. А песня дзіцячая. Ну, шмат вельмі. Мы з Вурэм нават рабілі дзіцячую праграму. Сядзі цыча на капе, а сава на другой. Гой, гой, гой. Потым ёсць это. Хадзіў бай па сцяне, у чырвоным жупане, нёся мёра лаптяў. И сабе, и жане. Ну, под музыку. И про зайку нешта ёсць. Я да, просто так слухачка спеў на сходу. Сямёра лаптёў, навошта сямёра, калі усіх па дзве нагі? Камусьці не хопіць? А, па, не было па. А што вам прынеслі? Пакажыце, калі ласка, што ў вас у руках? Гэта гераіня, это... А, гэта Лахнеска? Гэта тая... Спачатку была іна. Вот мне падаравалі на адзін з днёў народзіны, ну, вот такую вось... Девчина одна, молодая письменница Алена Мальчевская, подорвала и сказала, подарни Алену, вот это она сама зарабила вот такое. Ну, кажу, как ее зовут? Кажу, это вы сами продумайте, кто это, как зовут? Вот так мы одна на другую глядели. И раптом я заразумела, что это вот и есть та самая лохнесская почвара, которая ховается в озеро Лохнес, и народился сюжет казки. И с этой казкой я уже приезжала у... Але ж сюжет, где деяние отбывается не на озере Лохнес, а у нас в Беларуси. Ну, ведаете, ну, как бы, может, место деяния такое интернациональное, потому что великие и маленькие есть усюды, озера и сажалки есть так само шмат где. Ну, Аполлоник, вы ведаете, кто такие, так? Ведаете? Головастик, да, с которого нарождаются жабки. А зовут его Аполлон, вось...
так само отчувается. То бок, кто лепше, великий ти маленький, як стать великими, что на сам реч великость, вот как бы идея этой казки. И уже с этой казкой я была у Витебска, до речи выступала у театра «Лялька». Казка была рукописом и лежала у выдавецтве, а мы с Лахневской уже гастролировали, читали эту казку, там лику «Ляльце». И вот сегодня с книжкой приехали, не так давно вышла, у жнивни сёлета вышла эта книга. Книжка «Картинка», иллюстратор Оксана Аракчеева. Вельми прыгожая книга, до речи. А зараз хочу знову-таки перепиниться. Давайте послухаем еще гурт «Варган», а потом уже вернемся в студию и ближе до финала уже наша размова подходит. Гурт «Варган». Ну, вот такие аутентичные у нас мотивы сегодня у программы. Але мы вертаемся до Алены Масла непосредственно. Вот Иван знайшов у этой чудовной книжки. Хатний театрик. Расповядите, коли ласка, что это, для кого это зроблено? Что это, как он з'явився, так? Так. На самом деле, я вельми люблю импровизации. И вот как бы так отрымалось, что импровизовано абсолютно з'явився этой книги на счастье «Хатний театрик». А книгу верстали коли, ну а повинно, як у кожной справе есть некий технологичный бок справы, так и верстальщики кажут, что застався один разворот, а вот нечем треба дополнить, так по-простому кажут, допишите. Что я вам допишу, коли все написано, 200 разов там вычитано, словце у словце зверное, но не хапая одного развороту. И вот тогда пришла идея, и, может, даже дякуючи этому визиту до Ляльки, кажу, давайте сделаем такие выкройки на хатний театр. То бок, это можно сканировать, эти малюнки, и после скани можно використовувати як і розфарбовки, можна робити плоский театр, то бок читаєш і по мере того, як з'являються нові герої, викладаєш героїв гетих, тоді викладаєш антураж різні, там сажалки, дамки, бабуля, от, який йде доїть корову красулю. А можна це зробити усе, наклеїти на кордони, поставити на подставочки і буде от такою, со скринички достаєш, читаєш і показуєш театр. Це вже як у кого хопить фантазії. Откажи, коли ласка, яку роль у своїм хатнім театрику ти обираєш? Вот гэтая жабка, ці бабуля, ці хто? Не, вот я ведаю, что ты вот гэты осьминог. Это докладно, докладно. Так. А да, речи, можно я скажу, вот Лахневска, мы с вами ведаем Лахневская почвара, да? И когда я писала казку эту, я имела на увазе только ту Лахневску, динозавр, одну из представниц опошнего роду динозавра, которая живет у озера Лахнес, але по морах, озерах, тут по водоемах, по реках добралась. Ну, мается на увазе, конечно, Беларусь. И вот ее натримался лепельский цмок у вынику. А мне кажут после, та же самая этнограф Лариса Мятлевская кажа, да речи, на Лагойщине словом Лахнеса называют неохайных жанчин. Уявляете? Где-то я Шотланды, где-то озеро Лахнес. Но на углу той же Сергей Понизник, який збирал диск, и он такий вельми серьезный доследчик. И он каже, что наша туда так само гучить у вельми многих мотивах, как шотландская волынка.
То бок, что тут про Беларусь ходили, и кто ходил, якую нам покидали. Ці ми куди ходили. Яких слов где набирались, какие звички перемали, какие наигрыши. Вось слово Лахнеска, оно оказывается так само в этом свідченні. Вось. Ну, глядзіце, ну, вось зараз і до Сержука, і Алена, да вас так само питання на конт, все ж таки, дзіцячі вось гэтай культуры, літаратуры, да, песні. Што зараз, як ви лічыце самі, які стан у нас непасрэдна вось гэтай дзіцячай усёй культуры? Як мы яе несем? То бок зацікаўленасць да дзіцячых песень беларускіх, да дзіцячай літаратуры, беларускай непасрэдна літаратуры. Ну, мы тут Сержуком стараемся даносіць. Так, дзіцей нараджаецца ўсё больш і больш. Трэба не, конечно, і цікавіцца, у лялечны тэатр ходзіць, і у Мінску так увогуле актыўна. Фестываль «Казачный джем» только прошел, там несколько поверху были импрезы, там все такое. Ну и книжки выходят, дякуючи так. Ну вот книжки, глядите, книжки те користаются и на таким попытом, как замежный, да, потому что замежная литература, например, та же скандинавская, и она, ну, те не самые такие, ну, номер один у свете. Да? Я еще и доследчик дитячей литературы белорусской, вдруг у меня лежит артикул, я написала недавно, сдала, называется «Який дотычить», ненавито непосредственно того, что вы у меня пытаетесь. Называется артикул «Любить по-шведску». А, у нас первое... Молчи, Иван. Мается на фазе. Мается на увазе вот что. Разумеете, не так давно до нас на рынок, на белорусский наш рынок, пришла скандинавская книжка по-белоруску. И треба только поучиться тому, как просовывают шведы свои. Я так разумею, что вы зараз про «Мамаму», кажется. И про «Мамаму», и про «Снежного человека», и про «Виту белую креску», и про «Малого». Малый Билан, Малый Медведик – это та литература, с якой працуют. Поверьте, у нас вельми шмат адметных авторов, адметных, и читают. Але, разумеете, для того, как, ну вот, я люблю этот приклад, коли красуню закратовать у вежи, куды не доступиться, ну, тебе доведается свет, что есть красуня, так? Есть моменты, по-перше, популяризация. По-другое, мне сдается, что Беларусь на теперь таким вельми цікавым шляху сталення. Коли поравновывать с конкретным неким человеком, коли человек не пэўны у сабе, есть же и красуни, не упэўнены в своей красе, есть люди разумные, которые не упэўнены в своих здольностях, так? Мне кажется, что теперь на таком шляху белорусы, коли они для себя, сами себе открывают, что мы ж не горшие, потому что, гляньте, у нас в традиции неяк, ну все вокруг разумные, и некая наивысшая отзнака того, что за мяжи некто до нас приехал и нас похвалил. А мы без этого просто жить не могли, не ведали, какие мы хорошие. И у нас абсолютно у любой сферы, якую не возьми, что дотычить театра, что дотычить литературы, что дотычить спеву, у нас просто схованные скарбы. Нам треба просто на себе трошку больше звертать уваги и перекрусим нести свое. Ну и теперь мне сдается, великая праца ведется в этом накерунку. А есть люди, которые просто на этом стоят, и некие организации, коллективы творчества, как ваш театр «Лялька», как Цедона, ваш Климчук, скажем. Я хотел до этого звернуться. Зараз вельми популярны вот эти вандровные театры, как «Белла Звероника», например, так, театр «Лямцевой батлейки». Так. И все больше з'являється. Я так само таким же занимаюсь. Але, глядите, у основном ставятся, например, замежные казки по-белоруску. То бок, может, треба было зробить наоборот уже некие белорусские авторские казки, да, не народные, а автор, как мог так само приехать за мяжу и перекладывать их на замежную мову и популяризовать там. И тогда она уже выйдет на этот уровень. Вы же разумеете, что авторы совсем не супрать. А лишь мы с вами дорослые люди, я думаю, что я не порушу никакого формату, когда скажу, что во все, ну, меж остатнего, треба укладать гроши. И той бог, який подтримливает свое, и не только эмоционально, не только подтримливает творення лямцевой батлейки, там, театрика, вандровки. Тих и ведают, разумеете? Вось, ну, я думаю, ну, али мы там, а мы за той самой, мы же моцные, потому что мы без грошей все умеем. Скажите, а сустрэчу, вось, например, со школьниками, яны мають некий плен? Вот Сержук не ведут, есть у тебя такой досвід? Конечно. А филармонии, конечно, выступают, кожный тыдзень амаль, что дитячий. Ну, ці варто это робить? Ці гэта зноў-такі, ну, яны кажуць, ай, прывезлі нам кагусьці тут, ну, і будуць нам зараз тут нешта казкі баіць ці песні співаць. Гэта ж не тое, што там прыйшоў на канцэрт, да, мэтанакіраваны. Маё меркаванне, па-першае, што як і артысты, так і школьнікі не павінны ісці пад прымусам.
калі ёсць прымус, тады нічога не будзе. Артысты выступаюць, толькі ну, ноты вывучыць, вось ім сказалі паставіць там сабе вось пунктик. Вось. І школьнікі таксама сядзяць у мабільніках, ім сказалі вось скінуцца грашыма, да, прыйсці на такі канцэрт, там бацькі і ўсё такое. Яны прыйшлі. Але ёсць, кажу, іншыя школьнікі, ёсць іншыя выканаўцы, якія робяць па шчырасці, любяць гэта і сапраўды будзе плён. Ну вот я днями была, меня запрашал столичный приватный дитячий садок, школа, давайте расти называется. Вот с презентацией этой книжки, и там были, у меня такая аудитория была с двух годов до шести, с такой я еще ни разу не працевала. Вот, то бок, это ж вельми розный досвід. Ну дети, разумеете, дети, они ж наогул адгукаюцца. Им треба, каб было цікаво, это уже твоя задача, як. Ну а наконт того, робить, не робить, вот снова вернемся, да, як бы... Да той подставы, якая сабрала на сёння тут разам, дыск, плытка, запісаная Сергеем Панізнікам. Трэба было гэта рабіць ці не? Людзі, я так разумею, што сядзелі на вяселле, там закусвалі, выпівалі, заліцаліся да дзяўчат маладых, а на той момант таксама вот ваенны корэспандэнт быў Сергей Степанович Панізнік, і яму трэба было ўсё гэта вяселле з фотаапаратам і з магнітафонам адпрацаваць, адпыхаць, разумееце? І разам з тым мінула столькі гадоў, каб мы мелі, па-першае, захаваны гэты скарб і столькі падставу для штуршку, для наступнага нейкай ступенькі развіцця. Вось адказ на пытанне. Яно, калі здавацца такім пытаннем, дзеля чаго і ці трэба, ну так я не ведаю, як тады ўжо і жыць, бо бывае такі настрой, што думаеш, ну і праўда, што яно нічога... Можа, нікому не патрэбна ўсё гэта, да? І мы маем скарб, сапраўды, на сённяшні дзень. З беларусы, гэтым дыскам? Так, конечно, это 69-й год, скарп, вяселля, и нават вывучаюць этнографы, и гэтая плыта патрапіць да замежнікаў, тут па-ангельску все написано, у продажах ёсць ўжо, и на розных рынках, так. Так что все, да. А яшчэ на этой плытцы ёсць такі момант вельмі, паколькі гэта моя мясцовасць, я калі слухала дыск гэта, то бок я заспела яшчэ тых людзей, якія гучаць на гэтым дыску. І для мяне асабіста гэта быў урок, які мне даў і збіральнік Сергей Панізнік, і ты, хто далі ход этому дыску, вось далі яму жыццё, уменне бачыць момант сапраўдны, уменне ў ім жыць. Таму што людзі, которых я ведала пабытова, гэта суседзі мае, вот некалькі тут, я была просто уражана, таму што я ў іх такога артыстызму, таких талентаў даспіваю, ну яны ўже старэйшыя былі, можа я іх не чула, але я нават не ўяўляла, хто, кім яны ёсць насамрэч. Бачыш, вот так чалавека ў вёсцы пра яго работе там. А ён аказваецца, да, такое можа. А ён аказваецца, да, носьбіць таких просто... Таму на гэтым, да, на добрым і скончым нашу размову. Я ще одно слово ставлюсь пра... Адметнасці вяселля, якое можна, тут ёсць і такі спаборніцтва з фатоў, калі рыхтавалі між сабой спаборніцтва было, то бок там і хто песні, хто там сказам, якім тут ёсць таксама прыгоды. Самы цікавы такі момант, запамінай. Калі ламалі лаву напрыканцы вяселля, ўсё скончылася, таму зараз можна да, пра гэта згадаць, каб ну ведалі ўсе, да? Лаву ламаць не будзем, ну што зараз вяселля. То бок гэта таксама знак таго, што больш у гэтых маладых не будзе вяселля. Все, зламалі лаву, вяселі добра. Пачатку так, паставілі, так? Не, ламаць нічога не будзем, будзем спадзявацца, што ў нас будзе з вамі, будуць з вамі сустрэчы. Дзякую, што знайшлі час, усяго вам добрага. Здзіўляйце далей нас і сваімі знаходкамі, і казкамі, і всім. Так, а я спадзяюся, што калі-небудзь я змагу знайсці гэта ў інтэрнэце і нават... І на яго вяселлі мы таксама пачуем. І на маім вяселлі што-небудзь змагу. Усяго добрага, а мы зараз працягваем праграму. І знову вясёлы Александр Карынман патрапіў у тэлік. Всем привет! Сегодня мы решили поднять настроение посетителям концерта органной музыки у нас в Витебской филармонии. Давайте посмотрим, получилось у нас или нет. Пойдемте. Сегодня концерт органной музыки, вы же в курсе, да? Естественно. Вы часто посещаете такие мероприятия? Ну, довольно часто. Значит, вы точно нам поможете. Мы сегодня проводим небольшой социальный эксперимент. Способен ли человек изобразить, как звучит орган? Не знаю, может быть, молодые люди могут изобразить. Давайте смотреть, я буду издавать звуки. Ваша задача сказать стоп, когда будет похоже, хорошо?
Вот это? Давайте я буду издавать звуки. А вы мне будете говорить стоп, если это похоже на орган. Договорились? Дрынь. Брррррн. Похоже, да? Скажите, вы готовились к чему? К концерту или к встрече с кавалером? Объясните нам. Готовились к встрече с органистом. Ну, с органистом? Да, конечно. Но он знает, что вы готовились? Конечно, к его... да, мы выступаем. Мы, знаете, мы хотим поднять вам немножечко настроение. Давайте, что его... он не приедет. Да, он не приедет. Очень нет, хорошо. На самом деле мы выясняем, может ли человек изобразить звук органа. Вот звук гитары может там. Звук, допустим. Музыкальный человек может, но я не могу. Я могу только спеть какую-нибудь песню. Давайте кусочек. И вновь продолжается бой. И сердце. И Ленин такой молодой. И юный октябрь. И юный орган а впереди. Бой. А у нас все время бой только нам. Покой нам только снился. Я желаю, чтобы в каждом бою вы побеждали. Мы объединение пожилых людей «Золотой возраст». Это у вас целая организация такая? Расскажите, чем она занимается. Чем занимается? Волонтерством, шефством, работой над собой. Изучают английский, изучают компьютер. Ходят в спортивный зал городской, ходят с палками. Посещаем все музеи, выставки. С палками сейчас ходите, наверное, в неблагоприятных районах, нет, да? Нет, нормально, нормально ходим, да. Мы, да, да, не без юмора, да. В общем, наш девиз нас не догонит. Я хочу вам сказать, что вы тоже не без юмора, значит, что ваша организация работает в правильном направлении. Правильно. Вы хорошо выглядите. А. Молодые. Б. Красивые. В. Какие вы еще? Давай, перечисляй. Мы очень любим органную музыку. Правда? Правда. Как часто вы посещаете концерты органной музыки? Примерно раз в 3 месяца. Ты можешь изобразить вот сама, как звучит орган? Нет, не могу. Ну, а как гитара? Изобразить? Ну да, вот как звучит гитара? А как я могу голосом изобразить? Ну, брин-брин-брин-брин. Или... Вот давай я сейчас буду изображать какие-то звуки, издавать. Ты скажешь стоп, когда будет звук органа, хорошо? Хорошо. Больше таксофон. Так, а сейчас вот так вот. Вы, раз уж не в первый раз, скажите, было ли такое, что к вам кто-нибудь подкатывал на концерте органной музыки? Мы первый, да. Кто вам сказал, что я к вам подкатываю? Как тебя зовут? Лиза. Лиза, ну ты очень красивая сегодня. Ты готовилась к концерту, да? А что за инструмент, ты знаешь? Гитара? Труба? Орган? Я буду издавать звуки. Вот смотри, мяу-мяу, это орган? А может, орган, точно, молодец, давай 5. А мы просто сегодня решили поднять настроение посетителям концерта и узнать, умеют ли они изображать звуки органа. Нет. Как нет? Вы что, не можете сделать вот так? Ой, у вас первого получилось, давайте 5. Давайте, хорошего вам настроения, спасибо вам большое. Я вам спасибо. Для меня вот орган ассоциируется с очень спокойной музыкой, такой очень спокойной. А бывает что-то быстрое на органе? Смотря какая музыка. Вот если, правда, можно сыграть если быстро? Если вы будете слушать музыку 17-18 века, да, это будет спокойно, потому что она рассчитана на... Это церковная музыка. Но если вы будете слушать современную музыку в исполнении на органе, она может быть любой. А, то есть на органе, в принципе, может звучать современная музыка, да, какие-то да, есть, да. Возможно, композиторы, которые сейчас что-то пишут под орган, да? Во всяком случае, это интересно. Но к нам такое не приезжает. Или, возможно, почему? Сегодня есть, будет что-то. Есть даже в костеле в Святой Варвары раньше, когда у нас был один орган, там приезжали исполнители, исполняли современную музыку. Вы прям специалисты. Мы желаем вам... Только изобразить не можем. Да, хорошего вечера и настроения. Спасибо вам, до свидания. Друзья, ну все, начинается концерт. Сейчас выйдет органист.
Органщик, организм, органатор, органайзер. Ну, выбирайте правильный вариант. Возможно, его там даже и нет. Ну, а мы больше мешать не будем. Пока. Ну, вот наш веселый Александр Крынман. Я не ведаю, что б здарылася, калі б ён опынулся на нейким вяселью национальном стиле, але калі вы собрались проводить и хотите, каб Александр приехал, телефонуйте, и он приедет. Я думаю, ён не разгубился все равно, где б ён не опынулся. А вось и побачили б. На гэтым усё, як заўжды, зычым вам шчасця, здароўя, кахання і напрыканцы зноў полацкі фальклорны гурт «Варган». На сёння гэта ўсё, пакуль. Пакуль. Шака.